Наш город благоустраивают гастарбайтеры. Это выяснилось в результате проверки, которую провели сотрудники регионального управления Федеральной миграционной службы. Стрижку газонов в Иванове осуществляли 5 граждан Республики Узбекистан. У всех иностранцев отсутствовали разрешения на работу. Кроме того, один из них пребывал на территории России незаконно. Выявленные факты подтверждаются протоколами об административных правонарушениях. Сейчас правоохранительные органы ищут подрядную организацию, которая наняла нелегальных рабочих. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф от 800 тысяч рублей за каждого иностранца, привлеченного на работу без соответствующего разрешения.